Итак, локальный ураган в Советском районе. Ливень прошел по всему городу, но больше всего от дождя и ветра пострадал небольшой участок от Дворца спорта и до Аукского съезда. Из-за схода грунта со склона проезжая часть была завалена песком. Весь день службы ликвидировали последствия обвала земли. Мажи туда, там. Очень много. Техника приручена. Вот раз, два техники. И КамАЗ загружать, он что, высыпать будет там все. Так нормально у нас все идет. Шел сильный дождь. Лоток, который принимает воду в самом верху лагерного оврага, его забило грязью. А после этого перелив произошел. Вот из-за чего. Этот камень откуда появился? Это ведь какой должно быть объем воды быть, чтобы вот сюда вытекать? Естественно, масса земли могла уйти туда вниз. Вода текла вдоль коллектора. Зашел размыв грунта, и этот грунт также вынесло на дорогу. Два колодца, которые по пути были, они тоже заилились. Сейчас прочищаются колодцы, и полностью вся система водоотведения будет, работоспособная система будет восстановлена.